Как бы я составил оглавление книги? Я бы создал две копии файла. Открываем первый. Оригинал. Значит, в этом PDF ссылка работает. С колонной титула у нас идет ссылка на оглавление. С оглавления идет уже ссылка на все, что надо. Вот это один способ прохождения через книгу. Я бы хотел добавить дополнительный способ. Так, открываем дополнительный файл. Значит, дополнительный файл у нас будет для справки, скажем так. Значит, первый раздел книги называется «Грамматический очерк санскрита 78». Значит, берем основной файл. Можем даже пройти вот по этой ссылке. Все, попали на пятую страницу. Открываем закладки. Новая закладка. Все. Это первый уровень вложенности. Смотрим дальше. Содержание. Это будет шестая страница. Содержание. Находясь на шестой странице, добавляем новую закладку содержания. Ну, на самом деле, она должна быть вот вложена здесь. Все, это и так, собственно, надо обработать весь файл. Седьмая страница. Общие сведения. Ну, в общем-то, вот. То есть у нас три уровня. У нас три работы. Грамматический учерк санскрита. Морфонологическая классификация древнеиндийских глагольных корней. И о языке Древней Индии. Если класснуть на колонтитул в оглавление, то он отправит на начало. Во всех остальных случаях он будет отправлять именно на нужное нам место. Например, морфологическая классификация древнеиндийских корней. Все, попали на оглавление. Можем перейти на то, что нам надо. Вот, то есть, как бы, достаточно удобно. Если будут закладки, то это будет все, что можно только хотеть, но разве что еще текстовый поиск. Но тогда надо просто уже из вордовских файлов генерировать PDF, и тогда будет работать нормальный поиск. Ну вот, хотелось бы для всех электронных книг составить такое оглавление из закладок. Работа вручную, то есть в теории, если книга была бы текстовая, то это делалось бы автоматически, путем разметки, но здесь мы идем другим путем, у нас книги картинки, поэтому все чуть сложнее. То есть хотелось бы вот такие, иногда тут многоуровневые, то есть у нас же много разных тут уровней. Получается, у нас уровни такие первый, второй, третий, четвертый, пятый, то есть есть чем поизгаляться, ну, попытаться произвести. Будет ошибки, я поправлю. Потом просто жмем сохранить. Это все в Adobe Acrobat Pro, то есть в нем можно все редактировать. Спасибо.